Я, чтобы настроение не портить, пойду сейчас на Азию, возьму Легу. Думаю, за сегодня добью. Легенду за сегодня добью и буду на Азии топ-10 брать, а потом уже в топ-1 идти. Просто для того, чтобы и делать. Я еще и правда не знаю, как будет... Как на ХГГ будут отборы. Типа по поинтам, там по финишам или вообще почему-то другому надо будет уточнить. Вот как отбор на ХГГ будет отбираться. Потому что я из принципа попаду, блядь, снова на ХГГ. По крайней мере, цель такую поставил. Просто из принципа. Просто из принципа. Вот, поэтому такие дела. Чтоб пердаки подгорели у челов, которые недоброжелатели, так скажем. А у них пердаки сгорят, мама, не горюй. Ну ладно, не будем, короче, загадывать. Как получится, так получится. Какие два смайла убрал, крутнулись, ну ГГ и эту зеленую хуйню. Не знаю, сколько будет ХС, смотря как пойдет. Если какой-то скрытый лул будет, ну может быть недолго. Потом Skyrim вечерний, но вечером точно в Skyrim пойду. Не знаю во сколько, правда. Да, я пофиксил, я лаги в Skyrim пофиксил, все пофиксил. Я связался с этим челом, который эту сборку делал с Ксандром. Скобочком мне написал, мы с ним переговорили. Мне помог там с парой моментов. Вот, спасибо ему. И, короче, заебись. По идее, все still working. Пока что нету никаких тех квалы или турниров, которые мне нужно играть, в плане каких-то серьезных. Возможно, там какие-то рофл-квалы, в скобочках. Турнир по инвайтам, не знаю, что-нибудь в таком духе. Не слежу за этим. Ну, короче, как только мне надо будет что-то играть, мне обязательно об этом сообщат. Поэтому я не парюсь особо. Даже, наверное, нет смысла этот убивать тотем. У него не так много угрозы. Пушка намного важнее, может быть. Хотя хуй знает. Вот. Саня, на смайлике с доктором это ты, если чё. Не хочу 2 единички делать, потому что мне, блядь, Зуламансу скинет. Но на самом деле, поебать. Чё его посрать. Скилл-команду, наверное, даже. Скилл-команда волка. Без разницы, кого стрелять. Просто все затрейджим. Саня, это ты. Сука. Блядь. Да, просто смешно. Просто смешная булдыга. Дузламанда доживаю и... Потом ДК делаю. Рафлан Рома или что? Рафлан Рома? Но он же не на стриме по-любому, поэтому зачем перед? Саня с завода вернулся, да? Да, сабу, челу, который мне помог вчера с Скайримом, подарил саб, да. Как же ему хочется уебать за Зуламана? Ну за что, блядь? За что? Ты что, такого, блядь, сказал, что ли? Или что, просто Зуламан хуя на карте? Я слышал про этот пакет, но... Очевидно, что я не открывал его. Ну, в плане... Сюда, блядь. Сюда, говно. Бля, ну только Рокдулар не скинь, пожалуйста. Ну только Рокдулар не скинь. Пожалуйста, только не Рокдулар. Я уж хотел говно назвать, потому что я увидел, что там в дектрекере Рокдулар проскочил. Я думал, что он его скинет, как обычно. Я это, 40 пакетов, но они что-то там 1000 рублей с чем-то стоят. Я не знаю, типа, какой профит по пыли, я не считал. Но я раньше классические покупал. Может быть, реальный смысл эти покупки. Но я думаю, что они вообще подкрученные. Это же норма. Первый пакет будет подкручен, а потом, как обычно, ничего пророка не будет. А потом, короче, показывает 3 карты, которые просто на выбор даются, а потом вам приходит топ-дек. Заранее вы не можете узнать, что скинулось. Наверное, даже заебись. Ну, блядь, что это? Чисто инвиз взять, потому что можно как-то адаптировать, потом в теории можно будет, нормально пойдет. А в смысле, эти пакеты, подождите, это 40 паков за 1000 рублей, подождите, или что? А, это 40... А, подожди, это 40 паков за 1000 рублей получается. Вот он, в общем, прикол-то. Правильно?
А, блядь, а я что-то думаю, в чем подвох? Тогда это интересно. Тогда может это интересно. Тогда может быть это даже интересно. Блять, говно. Третий запрос. Наверное, заряжусь, уже начать. Синичка, что, блядь? Не сильно надо. Сюда, блядь. Ну что, просто чашный бублик? Скорее сюда. Нет, она зараза, просто уже. Скайриме на чем остановился? Ну, короче, сегодня пойдем гильдию воров добивать в плане. Там это данж, который с Мерсером. Нужно будет Центуриона кайтить. Вот сегодня Центуриона я не знаю, сколько буду убивать в плане. Ну, скорее всего, даже, может быть, час-два. Мне минимум там 300 стрел нужно на это будет. А за ними будет потом слетать. Ну, короче, там ебля долгая будет. Ебля с ним очень долгая будет, сразу говорю. Чел просто пишет: я ебал, меня сосали. Чел, ну научись хотя бы, блядь, свои мысли нормально. Так, ДК есть, слушайте. Если есть ДК, можно сыграть и в лейтгейм с этим челом. Как-то идеи нормалды, по-моему. Да. Будем ли мы только его рашить, вопрос? Ну, слушайте, да, наверное, почему нет его? В идеале еще, конечно, марку найти было бы заебись, но ладно. Блять, все есть говно! Вау! Ну, блять, мужики, это не серьезно! Алло! Алло, дегенерат, блять. Пстец! Великан, дракон, великан, блять, Санфьюри. Пять звезд. Мужики, какой жрать много, блядь. Я просто ем для своего веса. Все. Просто ем для того, чтобы есть. Лол. Просто ем. Знаете, мы какую делаем фишечку? Мы фичу делаем, интересно. Смотрите. Мы делаем фаертрапу, делаем оберег, при этом делаем трейд, и при этом делаем трейд. For what I'm doing here? For what I'm doing this? Because if he play Hellfire, he can clear my board without any потери своих миньонов, поняли? Вот, а так я, короче, заставляю его стол свой трейд полностью. Если он мой зачистит, то я на пустой стол хуярю ко мне and push him after the spell and hero power. Yes, easy. Сейчас делает либо дефайл сделает, конечно, будет хуже. Зуламана играем. Зуламана через два хода играем, желательно до него дожить. Потом делаем ДК и, в принципе, по ресурсам можем отъебать его на изи. Фу, блядь. Фу. Надеюсь, летал. Так, желтым горит, это уже значит, что у нас есть хафер. Это заебись. Это говорит, что мы, по идее, должны убивать его. Мужики, должны убивать его, должны. Это ну так, блядь. Серьезно, блядь? Ну, хафер, пятерка в лицо. Блядь, ну не мне! Говно. Ну, по-любому бьем в лицо, тут без вариантов. Ну, мог бы залеталить, ну ладно, пойдет. Рандомная последовательность включена в плейлисте. Сюда, четвертый. Сюда. Пиздишь. Микрофон у кого не работает, поставьте капу. Может быть, заработает. Бля, опять зломана оставлять, что ли? Опять зломана оставляем. Мне за 4 рубля в день предлагают блочить этот спам. Бля, забавно. Сами подрубают, а потом предлагают и офнуть тоже платно, бля. Вот это пиздец, двойной развод, бля. Ой, боже. Бля, короче, вам специально подрубают говно, потом говорят... Короче, это, знаете, слышал, фраза хорошая есть. Идеальный что-то бизнес-план — это создать проблему и продать к ней решение, вот. Создать проблему, продать мне решение. Это тот же самый случай. Короче, вам подрубают говно на телефон. Говно на телефон, который снимает у вас, условно, 5 рублей. Там, не знаю, в месяц. А вам предлагают его решение за 10 рублей в месяц, но при этом, чтобы оно так не работало. Пиздец, гений, конечно. ГГББ. ББГГ. Мне нужно ДК за 6 ман найти.
Да-да. 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 Говно. Ну что это? Ну это не выиграть. Это просто избиение избиений. Избиение избиений. Может быть, фристрапы на него подействуют, типа, и в итоге... В итоге... Я сделаю вид, что тут блуждающий монстр. Типа, ему эта статуя вернется, он никогда в жизни не поставит. Это надо, боёк. Как выиграть эту партию? Ну просто никак, ноль шансов. Только ДК, я говорю, только ДК и то. Ну шансов ноль, прямо ноль. Ну прямо говоря, ноль. Честно говоря, ноль. Владос, забей на своего оператора. Ставь себе Йота. Они не подключают всякую... Неплохая реклама Йота. Неплохо, неплохо. Неплохо. Ну чё, let's go в реваде. В скобочках, чё, ничего не прокнет. Один дудлик, блядь. Балаши ни о чем просто. Зооман просто настолько нулячий. Просто ноль. Просто ноль. Да, 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 да. В лицо, в лицо, в лицо. Да, да, да. Да, да, в 2-2. Да, да. Да, да, в 2-2. Да, два кабана без лёка. Да, да, да. Да, конечно. Как же это, блядь, насколько это, блядь, уебанско вообще. Ладно, тут просто играть нет смысла, но это, блядь, на это смотреть даже противно.